Всем доброе утро! А сейчас я вам расскажу страшную историю. Уже 2 или 3 дня наша царица ходит и сопливит носом, хрюкает. И я подумала, что ее протянуло под кондиционером. Вот, вот таким образом она хрюкала. И я все-таки решила носик закапать ей, чтобы вы понимали, у нее вылез из носа вот столько сантиметров травинка. 4 сантиметра травинка из носа. Представляете себе? Это, да, это не колосок. Но она вдохнула травинку. И слава богу, она вышла. Вот так я перепутала обычную простуду. Ну, меня, конечно, очень смущало, что нет соплей. То есть она вот хрюкала периодически. Но не сопли, вообще не было никаких соплей. И вот так вот, ребята. Будьте внимательны.